Сотрудниками полиции управления МВД России по Одинцовскому городскому округу в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан на улице Молодежной в Одинцово 32-летний местный житель. Во время личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое вещество содержит наркотическое средство метадон общей массой более 125 граммов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств. Ведется следствие.